Стелс 850-й. Пилот. Стелс-пилот. Складной дамский велосипед с корзиночкой в комплекте, с крыльями. Даже звоночек есть. Подножка, конечно. Классный велосипед, очень удобный. Вот сейчас я на нем сам покатался. Хороший дорожник на 26 колесах. Соответственно, колеса небольшие, проще раскручивать. Передняя втулка идет уже на промах, на промподшипниках. Ничего не собрано, то есть тут все надо было прикручивать. И крылья, прикручивать и багажник. Полностью собирали, все настраивали, регулировали. Переключатель турной стоит, работает очень хорошо, четенько. Тормоза ободные, заднюю втулку надо смазывать. Задняя втулочка здесь на шарах. Передний на промах, задний на шарах. Спицы надо будет протянуть через 2-3 недели, через месяц, потому что колесики такие слабоватенькие, слегка восьмерят. Сидушка шикарная, удобная, очень большая, такая мягкая, прям комфортная. Она еще и на пружинах, но есть вероятность, что пружины начнут скрипеть, хотя они залиты краской, что, вероятно, будет предотвращать скрип. Руль можно поднимать, опускать, регулировать наклон. Переключатель скоростей, крутилка. Года через 2, через 3 вот эта резинка, к сожалению, разваливается и начинает проскакивать вокруг своего посадочного места. Тормоза ободные, тормозят сейчас прям просто идеально по вот свеженьким ободам, а не с насесечкой обода. То есть очень хорошее торможение. Рама у нас идет складная. То есть можно в лифт заносить, можно в машину грузить. То есть очень удобно. Багажник мощный, усиленный. В принципе, офигенный велосипед. Стоит он сейчас в районе 14 тысяч. В интернете можно купить. То есть, если для девушки, для мамы, для бабушки просто покататься, я думаю, что это, наверное, самая интересная модель из того, что можно сейчас купить за вот эти деньги. С такой посадкой, с удобной, с классической городской посадкой и с заниженной рамой. Посмотрите, вот эту модель Stealth 850.